Успей поставить лайк за 3 секунды, и тогда ты будешь самый крутой в школе. Считаю. 1, 2, 3. Всем привет, ребята! Меня зовут Алексис, и мы сегодня поиграем с вами в игрушку Sword Melter. Друзья, у нас имеется вот такая вот рука, меч, и что же нам нужно делать? Давайте-ка будем разбираться. Итак, мы поехали, и у нас впереди... Впереди ждет карандаш. О, мы его разрубливаем. Ребят, посмотрите. Круто. А, мы еще можем вот таким вот образом делать. Пяу, пяу. Ребятушки, с двух раз мы с вами срезаем этот карандаш. Я вижу то, что у нас имеется здоровье. Вот смотрите, вверху шкала здоровья. Было 100, уже 78. То есть мы, получается, с вами немножечко дамажим этот меч, да? Когда мы бьем. Вот бутылка соды. 3, 4, 5, 6. 6 раз. Так, 2, 3, 4, 5, 6. И посмотрите на наш меч, ребят. Он уже немножечко искривился, мне кажется. Он стал кривее, что ли. У нас 18 здоровья всего-то навсего. И я... Что-то мне кажется, что этот меч долго не выдержит. Да, действительно, он сломлен. Игра предлагает нам объединить вот эти вот кристаллики. И мы получаем вот такой вот камушек. Бросаем его на пауэр. Добавляем еще камушек, ставим его сюда, а этот ставим сюда. И, в принципе, я вижу то, что у нас есть еще денежек достаточно, чтобы купить, допустим, себе длину этого меча. Затем игра предлагает нам нажать Melt, что значит сплавить это все. Ребятушки, мы с вами сплавляем вот то, что, тот металл, который у нас есть. И у нас получается новый меч. Вау! Вау, ребят, у него уже 300 здоровья. Также я вижу, здесь имеются дополнительные функции. X-Money и двойная рука, либо X-Power. Ну, мы обязательно с вами эти навыки еще используем. Обязательно, ребятки. Но чуточку попозже. Давайте мы пару раз сыграем вот так вот. Так, мы тогда с двух раз рубили мечи. Ой, мечи, говорю, карандаши. А сейчас с одного раза. А это что? Ой-ой-ой, эту штуку, наверное, лучше не трогать, друзья. Мы с вами просто меч свой ломаем об нее. С трех раз мы ломаем бутылочку. То есть уже не с 5, не с 6 раз, а с 3. А эти карандаши с одного раза. Так, это что-то новое. Это бамбук. Да, это, скорее всего, какой-то бамбук. Друзья, кто еще не поставил лайк, пожалуйста, ставьте, подписывайтесь на мой канал. У меня каждый день выходят очень крутые видосики. Я буду вам безумно благодарен. Друзья, снова бамбук. Видите, за каждое срубленное там дерево, либо бутылку, либо еще что-то, мы зарабатываем с вами денежки. Все, 5 здоровья остается, и мы ломаем наш меч, а бутылку с краской. Но зато мы заработали с вами много денег. Давайте мы, наверное, на все деньги купим вот эти вот штучки. Смотрите, здесь двоечка. И нам сейчас, наверное, нужно уже делать троечку, да? Смотрите, у нас получится... Давайте так, здоровье. Добавляем троечку, скорость, силу. И еще можно либо длину, либо ширину. Ну, тут неважно. Давайте длину. Пускай меч будет немножечко длиннее. И сейчас давайте посмотрим, какая же у него будет форма у этого меча. Каждым, получается, новым уровнем, ну, с каждой новой эволюцией наш меч меняется. У него уже 400 здоровья. Бамбук мы разрубим за раз. Ребят, просто подошли и вот так вот порубили бамбук. Представляете? Так, эти бутылки... Ой, бутылки, банки с краской, ребят. 2 раза, и все. И банка разрубленная. Получи, бамбук разрублен. Снова банка краски. Ребят, что-то по экрану проскакивает. Ну, небольшой какой-то глюк. А это что такое? А, это здоровье. Ребятки, мы полностью восстановили здоровье, представляете? Класс! После этого уровня мы с вами выберем какой-то навык. Допустим, двойные деньги, либо двойная рука, либо двойной power. А может быть, сразу все вместе применим, ребят, посмотрим. Это что за парень? Опа, мы его сломаем. Получи, получи. Давай, вот так вот его порубим, порубим. Есть, готов. И мы практически полностью восстановились. 342 здоровья у нас есть. Ребят, кстати, игра, ну согласитесь, очень прикольная. Я думаю, что если вы захотите вторую часть, просто напишите об этом в комментариях, и я обязательно в нее еще раз сыграю. Ребят, мы с вами дошли до финиша. Это впервые, получается, мы уже играем довольно долгое время. Только сейчас нам получилось дойти до финиша. Также игра предлагает нам
посмотреть ролик и заработать больше денег и открыть руку. Мы, конечно же, этим воспользуемся. Руку мы с вами уже забрали, а денежки у нас уже на счету, поэтому давайте, наверное, на все деньги, которые у нас есть, мы покупаем вот эти вот штуки. Еще все, еще одну мы купили. Так, смотрите, давайте сразу сделаем, чтобы все было по 3, да. Сейчас объединяем, ребятушки, это все в двоечки. Так, в двоечки, в троечки. И, в принципе, мы еще можем сделать больше здоровья. Отлично. Больше power и больше скорости. Затем нажимаем melt и посмотрим, какой сейчас меч у нас получится. Я уже вижу, что он будет изогнут немножко. Вау, он уже будет намного симпатичнее. Прям намного. Затем игра предлагает нам взять... Супер предложение, мы даже не смотрели ролик, ребятки, и мы получили 2 меча за раз, вау, это же круто, мы можем одним мечом рубить, а потом другим, ну то есть намного проще, получается больше здоровья у нас здесь, да, ну что-то такое. Так, ребят, смотрите, ну мечи сильные, очень сильные, вот эти вот банки мы ломаем с 2 раз, да, как бы, а мы тогда их ломали, вы не помните, по-моему, с 4, да. Смотрите, рубим это все. Дальше тонна, это металл, ребятки. Мы его тоже разломали, ребят. Вау, просто нереально круто. Ну, вообще, на самом-то деле, игра реально очень прикольная. Мы можем с вами, помимо этой вот способности, Double Hand, да, то есть двойной меч, выбрать еще Double Money и зарабатывать очень много денег. Что это за бонус такой интересный? Вау, смотрите, друзья, круто. Мы это все дело рубим. Смотрите, карандаши, отлично. Банки ломаем с первого раза. Круто, снова карандаши, ребят, снова карандаши. Игра, знаете, это очень залипательная игрушка. Вот единственное, что она у меня немножечко подергивается, друзья. Я играл в нее на iPad. Она доступна и на Android, и на iPad. На iPad вообще ничего не дергается. На эмуляторе она у меня немножечко подергивается. Я не знаю почему, у меня компьютер тоже очень мощный. Может, просто на Android она немного хуже оптимизирована. Может быть и такое. Окей, мы продолжаем. У нас 10 здоровья, мы погибаем. Игра может восстановить нам здоровье 25%. Но нет, спасибо, я не хочу. Ребят, можно снова посмотреть рекламу и заработать 5000 денег. Мы с вами становимся просто нереальными богачами, ребят. За все деньги снова покупаем вот эти вот единички. Жалко, что хотя бы не двойки у нас появляются. Так, и посмотрим, сколько же у нас здесь получится, ребятушки, двоечек, троечек, а потом четверочек. Так, смотрим, ребятки. Ну, смотрите, делаем сначала все по 4. Отлично. И потом мы делаем скорость. Ой, стоп. Так, нужно так сделать. Делаем, ребятки, наверное, power, да, чтобы быть немножечко мощнее. И пока что, в принципе, это все, что я могу сделать. Да, все, что я могу купить. Но сейчас я хочу выбрать другую функцию. Я хочу выбрать функцию не double hand, да, то есть не двойной меч. А я хочу выбрать функцию double power, чтобы немножечко быть мощнее. Функция выбрана. Это значит, что мы, скорее всего, будем рубить намного все эффективнее. О, круто! С первого раза. Не, ну это пока что как бы легкие вещи. А давайте этот сундук разрубили с первого раза, ребят. Тоже рубим здесь все с первого раза. Ребятки, восстанавливаем свое здоровье. Ну, практически полностью мы его восстановили. Смотрите, мыло. Это либо мыло, либо мороженое. Не, это все-таки, наверное, мороженое. Мы тоже, ребятушки, его разрубили. Я вижу то, что это у нас уже 6 уровень. А, все, он пройден. Мы, получается, где заканчиваем, на том моменте продолжаем в следующий раз играть. Угу. Мне, в принципе, ясно все становится. Сейчас игра предлагает нам посмотреть видео, чтобы получить вот этот вот щит какой-то. Ну, я хочу, в принципе, его получить. И что же он нам даст? Ну, наверное, большую защиту, мне почему-то так кажется. Так, у нас можно, в принципе, еще четверочку совместить с этой четверочкой, и у нас получается плюс немножечко здоровья. То есть меч практически ничем не будет отличаться, просто у него будет уже не 500, по-моему, 525 здоровья, а скорее всего, что будет 600, ребятки, здоровья. Его форма особо не изменилась. Игра предлагает нам посмотреть ролик и получить x2 мани. Ну, давайте мы тоже посмотрим видосик. Посмотрим, сколько на этот раз мы сможем заработать денежек. Ребятки, у нас не 600 здоровья, как я думал, а у нас 670. Да, и зарабатываем мы уже довольно-таки много. Раньше за бутылку мы зарабатывали 12, а сейчас мы за нее зарабатываем, ребятки,
24, представляете, да? Знаете, почему я рублю все подряд? Потому что я вдалеке вижу здоровье, которое мы сможем восстановить. Ребят, это уже новые предметы какие-то пошли, смотрите. Это какое-то дерево, его очень сложно разрубить. Оно очень крепкое, но мы его сейчас обязательно порубим, потому что, ну, я же говорю, вот наша хилка. Сейчас мы восстановимся. Практически полностью мы восстановились. Ну, бамбук мы рубим прям очень круто. Ой, а что это нас впереди с вами ждет? Это что за босс? Его нужно тоже одолеть? Получи, получи. А, он еще мечом бьется. Так, ай, больно. Все, есть, босс повержен. Босс повержен, и мы заработали еще дополнительные деньги. Да, согласитесь, игра очень крутая, просто нереально крутецкая. Я думаю, что она может вам очень сильно понравиться, и вы захотите, в принципе, продолжение. Почему бы нет? Ну, а я, конечно же, с радостью, ребятушки, в нее еще сыграю. Ребят, у нас такой меч, что мы не можем... Ой-ой-ой, аккуратно, я что-то не заметил, но у нас очень мало здоровья было. Фу, мы уже его немножечко восстановили, ребят. Это хорошо. Я просто хочу дойти, ну, до конца хотя бы. Я хочу этот уровень пройти. Я вижу, там что-то новенькое нас с вами ждет. Так, бамбуковые эти мы ломаем. А это что? А, мы меняем положение меча. И просто разрезаем эти штуки. Вау, за них мы тоже зарабатываем очень много денег. Ребят, у нас прям нереально много денег. И мы доходим до 8 уровня. Да, 7 уровень мы с вами вот практически прошли. Но я думаю, что мы даже сможем его пройти. Нам хватит, в принципе, и здоровья, и всего, всего, что нам только нужно. Ребят, разрубливаем это все. Разрубливаем эти банки с краской. И тут нас дальше ждет, в принципе, карандаши, которые мы ломаем с первого раза. И да, ребятушки, на этом, наверное, что мы будем заканчивать видосик. Потому что вот я, можно сказать, уже сломал свой меч. Ребят, кому эта игра понравилась, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну а с вами был я, Алексис. Я желаю всем удачи и... Bye-bye.